Привет, ребятки! Вы на канале Московский тракторист и короткий ролик о сельской жизни моих животных. Первое животное – это моя собака Ирма, которая меня встретила и все-таки хочет со мной поиграть. Она заигрывает, лапками машет, но я не поддаюсь на ее провокации. Ну а вторые животные – это будут куры. Начинаем с собаки. Ирма, ну что, идем играть с тобой? Давай, скажи пару слов. Ты же у нас красивая собака. Любишь позировать, да? Смотри сюда в камеру. Давай нюхаться. Вот так в камеру будем нюхаться. Ирма, давай. Ну давай. Вот ты лапками так на меня. Да? Давай морду. Ну, и чего дальше? Вот она, уже веселая вся. Нет, не трогай! Давай мы тебя оседлаем. Немножко на тебе попрыгаем. Ты же у нас как лошадь маленькая, да? О, хорошая. Сейчас сидеть. Ирма, сидеть. Ирма, сидеть. Иди сюда. Сидеть. Сидеть. Иди сюда. Все, сидеть. Все, сидеть. Нельзя. Нельзя. Нет. 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 Тихо. Тихо. Все, успокойся. Успокойся. Вот так она играет со мной. Вот. Побегала, попрыгала. Испачкала меня всего. Вот она. Все-таки прыгает сзади. Вот, тихо. Все. Будет она со мной заигрывать. Так, тихо. Нельзя. Все. Нет. Нет. Вот она все время хочет играть. Тихо. Сидеть. Сидеть. Молодец. Молодец. Все. Молодец. Все, сидеть. Так, пошли к курам. Так, а это у нас наши куры. Сейчас мы к ним туда зайдем. Вот. Такое у нас это стадо курей. Петух главный. Еще один. Вот там еще один петух. Немножко встревожились. Видать, холодно, лапку поджимает, чтобы не мерзнуть. А потом будет, наверное, вторую ставить, как замерзнет вторая. Вот видите, они все лапки поджимают, потому что холодно, здесь же снег. Вот такие куры. Все, собака уже успокоилась. Да, Ирма, ты уже спокойна? Молодец. Вот она у нас такая собачка. Чего там, высматриваешь нарушителей, да? Собака, она играет, одним глазом все время отворачивает голову и смотрит на улицу, потому что это охранная собака, и у нее главная цель – это охранять территорию. В общем, аккумулятор у меня на камере уже разрядился, поэтому снимаю на телефон. Ну вот, так выглядит мое хозяйство в деревне, куда я приезжаю только на выходные. И собачка соскучилась, поиграла. Куры покормлены. Ну а теперь можно собираться и уезжать уже в город, потому что завтра работа.
А вы не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. А на этом все. Всем пока!